Санкт-Петербурге прошел главный выпускной страны «Алые паруса» в ночь с 23 на 24 июня. На праздник приехали около 80 тысяч школьников из 34 регионов России. Грандиозное шоу развернулось на Дворцовой площади. Ведущими традиционно были Иван Ургант и Даша Александрова. После полуночи небо раскрасили огни праздничного салюта. А 25 июня свой выпускной также отметили учащиеся 11 классов лицея имени Николая Лобачевского Казанского федерального университета. В КСК «Уникс» прошел красочный концерт. Конечно, очень грустно покидать лицей. Это все-таки родные стены. За 4 года я привыкла, полюбила всех и каждого. Но в то же время радостно. Наконец-то я выпущусь во взрослую жизнь. У меня очень сумбурное настроение. Я и немного нервничаю, и радуюсь, и понимаю, что впереди еще очень много нужно пройти. Не пришли еще все результаты экзаменов. Нужно подавать документы, знать, поступили мы или нет. Грустно немножко оставаться с школой, но сегодня, я думаю, все-таки праздник. Праздник радостный, веселый. На празднике собрались и родители выпускников, учителя, администрация лицея, гости из Казанского университета. Отличившихся выпускников наградили на сцене медалями, грамотами и благодарственными письмами. Также отметили и тех, кто сдал ЕГЭ на самый высокий балл. Аделю Халилову удалось сдать ЕГЭ по информатике на 100 баллов. Я был весь переполнен эмоциями. Мне распирало, наверное, от радости, от счастья. Действительно, был очень рад. Задачи поставлены, цели намечены. Выпускники полны решимости, уже знают, куда будут поступать. Поступать, конечно, хочется в Москву, но и выйти из КФУ, конечно, хотелось бы поступить. Я планирую поступать в Казанский федеральный университет, в ИВМИИТ, в ВМК, потому что я хочу связать свою жизнь с информатикой, с вычислительной математикой, кибернетикой. Как поется в одной известной песне, школьные годы чудесные. А были ли они лучшими, мы узнали у наших выпускников. Мне сложно говорить, мне только 18 лет, и, в принципе, вся моя осознанная жизнь прошла именно в школе. Но те годы, которые я здесь провел в лицее, я думаю, я буду вспоминать их столько с теплыми чувствами, запомню их навсегда. Это время было очень классное, потому что мы все приходим сюда уже более зрелыми детьми. Да, здесь дети более высокого полета, здесь можно узнать, здесь можно тянуться вверх. Пожелаем удачи всем выпускникам 2018 года. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.